Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс мыла медовые соты с пчелками. Для этого нам понадобится вот такая форма, которая называется медовые соты с пчелками. Отдушка мед. Масло дыни калахари. Желтый краситель пищевой, мыльная основа прозрачная и стеклянная палочка для перемешивания. Сначала растопим небольшое количество мыльной основы. Наша мыльная основа расплавилась. Теперь мы берем краситель. Добавляем красителя. Перемешиваем и смотрим, достаточно ли насыщенный цвет, такой, какой нам нужен. Можно добавить еще пару капель. Теперь добавляем масло дыни калахари. Много не нужно, буквально несколько капелек. Я взяла 4 капли. И теперь берем отдушку. Также много добавлять не нужно. Они концентрированные. Буквально я добавила 3 капельки. И теперь заливаем нашу мыльную основу в формочку. И ждем. Мы достали мыло с формы, и я натерла его перламутром. В итоге получилось у нас вот такое мыло. Теперь можно красиво украсить. Для этого я взяла бумажный наполнитель и такую корзиночку. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!